Друзья, у меня для вас замечательная новость. Я решил развивать свой канал. Благодаря вашим просмотрам, лайкам, подпискам, я увидел, что тема интересна. Кто-то из моих подписчиков подметил, что я занимаюсь популяризацией водного туризма в России. Ну, посему так и быть, с определенной периодичностью на моем канале будут выходить ролики. Сезон 2020 у меня в Москве, поэтому я пошел пешочком по яхт-клубам и буду делать обзоры московских яхт-клубов. Вокруг меня сложилась замечательная комьюнити людей, увлеченных катерами, и я буду ходить к вам в гости. Вот ты, кто смотришь, пригласи меня к себе в гости, и я сделаю обзор и тест вместе с тобой. И мы вместе с тобой будем нести эту миссию – популяризацию водного туризма в России. А в ближайшее время вы увидите обзор МРП «Долгопрудный». Я вас познакомлю с Николаем. Николай представляет компанию Best Marine, которая продает катера и яхты. Я вас приглашаю к Сергею. Сергей построил и эксплуатирует дом на воде «Рыбка». Быть может, вы его видели на Пироговском и Клязьминских водохранилищах. У меня будет замечательное интервью с Александром, моим другом. Он является экспертом по вторичному рынку. Будут обзоры катеров, яхт. Ребят, я сейчас нахожусь в Москве, на Москве-реке. Это затон Новинки, это старое русло Москвы-реки. Я вам хочу показать это местечко. Если вы будете транзитом через Москву и не захотите тратить деньги на стоянку в яхт-клубе МРП Нагатино, вы чисто по-пиратски можете здесь пришвартоваться к причальной стенке бизнес-центра Порт Плаза. Я знаю это место хорошо. У меня, во-первых, здесь офис находится в бизнес-центре Порт Плаза, на заднем плане у меня. Во-вторых, я в этом затоне ходил на лодке не раз. Здесь большие глубины, здесь глубина там 10-15 метров, очень много рыбы. Просто вот здесь мой эхолот показывает рыбу, как в Ашане, в аквариуме с карпами. Вот такое вот скопление, потому что здесь находится старое русло, и оно перекрыто проспектом Андропова. Я думаю, что рыба сюда просто заходит по какой-то генетической памяти. Если вы здесь встанете к печальной стенке, я не знаю, кто вас может погнать отсюда. Здесь, в принципе, не приходят сюда там ни ГИМС, ни кто-то еще, никакие организации. Поэтому садитесь на ночевку, мне кажется, вполне реально. Я сейчас сделаю здесь видеообзор. Давайте видеообзор, полетаю на коптере, покажу вам сверху, что из себя представляет этот затон. Почему-то очень многие думают, что Москва-река грязная. Я вам скажу, что нет, не грязная. Я даже купался вот здесь между 9 и 10 шлюзов, а рыба, ловил рыбу, ел. Что такое Москва-река сегодня? Во-первых, это она здесь течет через центр города, через Красную площадь. Водостоков нет, ведь это уже достаточно жестко еще. При Лужкове убрали все сливы заводские, да и заводы из центров уже практически все убрали. Поэтому вставайте сюда на ночевку и ловите рыбу, и купайтесь, и будет вам счастье.